Всем привет! Вот так вот выглядит аптека в американском магазине Target, то есть это стандартная такая аптека в одном из магазинов. Вот там вот прямо видно, где выписывают по рецептам все лекарства. На самом деле мы относимся к тем семьям, которых там в аптечке у нас чесалка для головы, да, лейкопластырь и, может, еще очки для сна. Ну вот один раз даже я выписывала витамины там по рецепту, а так здесь в продаже все есть, вот в аптеке прям все есть, от увлажнителей воздуха, какие-то от аллергии средства, там градусники на самом деле. Я только что купила такой градусник сверху, вот на Амазоне за $30. То есть вот какие вы видите цены, можете смело отнимать процентов 20-30, и вот это будут цены на Амазоне. Потом, что здесь еще есть, там вот все для ушибов, для там спортсменов, огромный стенд лейкопластырей, Hello Kitty и в боевой раскраске, куча средств типа неоспорин, там на верхнем, в верхнем ряду средства от когда натирает обувь, кстати, очень-очень классные, называется Band-Aid, и такие как гигиеническая помада выглядит для девушек, если натирает обувь, просто купите, наверное, долларов 5 стоит на eBay, незаменимая вещь. А вот, в принципе, ничего так суперинтересного нет, просто был такой запрос. Здесь витаминизированная вода, сколько там стоит, показать стоит она $1.02, в жизни не пробовала, кстати. Вот это всякие здесь штуки, по-моему, от простуды, Advil от мигрени, не знаю, не пью, у меня голова не болит, слава богу, никогда. Кому интересно цены, там, на обезболивающие, Advil и Тайленол, по-моему, самые популярные вообще медикаменты в Америке, еще опять же градусники. На самом деле, я не понимаю их здесь систему. Тут какие-то напитки, это, наверное, для диабетиков. А, да, потому что вот мерилки, мерить сахар, наверное, да? Да, глюкоза, сахар, вот сколько они стоят. Я говорю, отнимать процентов 30 и будет амазоновская цена. Так что вот так вот выглядит стандартная аптека в Таргете.